Hi guys, today I'm going to teach you 50 essential words and phrases in Russian. Stay to the end so you could refresh the words you already know or study some new ones. Also, it's not just a video, it's a test. It's a test on your level of Russian. At the end, I'll tell you how to find out the results. And for now, let's start with the first word. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Как дела? Как дела? Хорошо. Хорошо. Or you can say хорошо, спасибо. Отлично. Отлично. Как дела? Отлично, спасибо. Супер. Супер. Как дела? Супер, спасибо. Где туалет? Где туалет? Во сколько? Во сколько? Я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я говорю чуть-чуть по-русски. Я говорю чуть-чуть по-русски. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Or a shorter version of this phrase. Очень приятно. Очень приятно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. С днем рождения. С днем рождения. С Новым годом. С Новым годом. С праздником. С праздником. The letter D is silent here. Try again. С праздником. Good job. Хорошо. Я не могу. Я не могу. Я хочу. Я хочу. Sounds like sneezing. Я хочу. Можно, пожалуйста. Можно, пожалуйста. Сколько стоит? Сколько стоит? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где туалет? Скажите, пожалуйста, сколько стоит? Меня зовут Анна. Мне 28 лет. Мне лет. У меня есть сестра, у меня есть собака, у меня есть мама и папа. У меня нет брата. У меня нет кошки. У меня нет. Я живу в России. Я живу в Италии. Я живу в Китае. Я живу в. Я рад. Я рада. О, я очень рад. Я очень рада. У меня болит. У меня болит рука. У меня болит нога. У меня болит голова, у меня болит. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Где ты живешь? Где ты живешь? Кем ты работаешь? Кем ты работаешь? У тебя есть сестра, у тебя есть брат, у тебя есть дети, у тебя есть жена. У тебя есть работа. Привет. Привет. More official way. Здравствуйте. 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 Try to repeat this really complicated word. Здравствуйте. Отлично. Пока. Пока. And more official way. До свидания. До свидания. До свидания. Извините. Извините, извините, пожалуйста. Откуда вы? Откуда вы? Я из России. Я из Москвы. Я из Греции. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста.
Можно счет? Можно счет? Можно счет, пожалуйста? Можно счет, пожалуйста? Сколько время? Сколько время? Вы говорите по-английски, вы говорите по-русски, вы говорите по-китайски. Да, да, нет, нет, конечно, конечно. Блин, блин. So let me tell you the results of your test. If you already knew more than 70% of the words, it means that you have a completed level A1 regarding speaking phrases, regarding conversational Russian. Though, if you know less than 70%, which means you're at the very, very beginning and you need more practice to reach the first level of Russian. See you in the next videos. Пока-пока!